хочет поговорить, пусть приходит сюда. Она велела прийти вам. Нет, пусть сама придет. Хорошо, хорошо. Мерзавка. Смотри, мама. Жади отказалась прийти. Как это? Послушай, скажи ей, что она не первая жена. Первая жена — это я, а она пустое место. Она даже не жена. Пусть выключит музыку. Я не могу находиться там с сыном. Я ничего не могу. Музыка слишком громкая. Передай, пусть выключит музыку. Пусть сейчас же выключит. Лара, Жади. Лара Ранья велела выключить музыку. Пусть закроет свою дверь. Я не выключу музыку. И еще скажи ей, что я сейчас позвоню папе, и он узнает, что она требует выключить музыку. Иди, иди, иди. Иди. Хорошо. Я очень расстроен, Саид. Аллах подверг меня тяжелейшему испытанию. Моя Самира испорчена. Моя Самира отказалась от платка. Саид, отказалась от платка. Я должен был послушать Назиру. Как бы я не любил мою Латифу, она тоже была испорчена, как и Зиру. Латифа тоже была испорчена. Алло. Алло, Хадижа? Хадижа, постарайся договориться. Мне не нужны скандалы в доме. Что там? Я еду. Крыша моего дома тоже прохудилась. Вот горе.